Я как удачи рассматриваю самые неприятные события в жизни. Потому что сам я бы никогда не решился на них. Ну, там, заболеть, например, параличом или еще что-нибудь в этом духе. То есть это было как бы... Но только это дает возможность к преодолению. А мы становимся сильными, только тренируясь. Тренироваться надо на испытаниях. И никто бы не пошел на испытания, с которыми столкнула его судьба. Но все, кто их прошли, стали сильнее. Их удача в том, что эти несчастья были в их жизни. Если, конечно, они сделали их самих лучше. Но это уже не удача. Это работа.